Знает, что произошло. Опять с камерой. Может, что-то интересное будет. Классно, солнце на улице. Смотри. Что это? Прошедший шторм уже исчез бесследно, но людям еще долго придется разгребать его последствия. И разве можем мы винить себя? Когда упал на ноги сваты, бежать не можем никуда, как говорил Эрстахол. Мы страдаем все. Все вместе. Никому из нас не безразлична судьба окружающих. Просто не способны. À la suite du cataclysme. Это за грехи! О чем? Это простой катаклизм. Такое бывает. Разрушение, утраты, это норм. Thank you.
хоть был в нашей ситуации. Конечно, жаль, но погибшие сами виноваты. Они должны были знать, как поступать в данной ситуации. А вы что делали? Ну, мы попытались помочь пару людей, ну, сами понятно. Это ужасно. Удивительно, что мы не смогли предугадать эту жуткую катастрофу. Это трагедия. Президент сделает заявление со своего пункта, которое он просто совершенно случайно поставит. Стало темно. Оставшиеся лучи света терялись. Мы видели столько людей, оставшихся в этом тумане. Дыме. Или что это такое было? Поднялся такой невероятный шум. Сейсмическая активность. Забавные потоки испорченных тел. Точно сегодня. Он сводил с ума. Доставал самые скрытые, низменные части нашего существа. Мы ведь все хорошо знаем, чей это был голос. Что происходит? Блин, Дэн, что происходит? Я не знаю. И мне плевать. Будем торчать здесь, пока все не придет в норму. Но там же люди. Мы должны им помочь. Ты можешь, ты вали, а я не собираюсь. Слышите этот звук? Какой звук? Кто-то шепчет. Подожди. Слышишь? Он говорит. Просто странный свист начался. Люди начали перепадали на землю. Это был вирус. Я видел, как они превращались в монстров и поглощали человеческую плоть. Потому тела и не были найдены. Но правительство заявило, что погибших не было. Пострадавшие хоть немного были отправлены в больницы. Это чушь полнейшая. Это заговор. Они давно нас считают за тупых зомби. Ты тупой кусок мяса. Люди погибали, а ты даже не хочешь знать почему. Мы не должны быть легкомысленно бросаться в бездействие при таких положениях. Никакой разницы не было. Это мне не нравилось. Потому пошел. Куда? Гляну. Как дверь закрыта. Бес начал слышать голоса. Я начинаю понимать. Что здесь происходит? Свобода, которая помогает держаться себе. Это вы сделали. Как вы могли это сделать? Что вы видите это, придурка? Как? Diana Martin Barrow. Just pay us twice the price and we will get everything to your home. Free. На улице не было никого. Не было дела. Все исчезло. Я думал, что все закончилось. Находится в больнице. Слухи о массовом исчезновении опровергнуты. Их причиной послужила проблема идентификации такого большого количества потерпевших. Что то, что правда. Вам никто не будет говорить. Что это произошло? Как? Энергия перегрела моря и океаны, и мы оказались на Кубани. Thank you.
просто был ты и ситуация. И не ей тебя менять. Я внутри, а не снаружи. Множество вопросов. А может, ответ мы просто не способны понять? Может, этот сигнал нам обратить внимание на самих себя или ошибка в результате какого-то эксперимента? А может, мы просто все усложняем? Пора разгладить мятые части извилины нашего мозга, предположить что-то совершенно странное, очевидное и невероятное из элементов данной ситуации. Направленные движения, пар, горячая поверхность. Что же это могло быть? Вообще ни за что уже не считают. Ну что, снято? Да. Thank you.
Ха-ха-ха!